А вот и ты. Я рассчитывала, что ты доберешься сюда раньше меня. Надеюсь, плавание было спокойным. Хорошо, что ты здесь. С тобой у нас еще есть надежда. Глауберг лежит по дороге на север. Но это не единственная причина, почему я хотела встретиться с тобой именно тут. Культ Нерты, который объявился неподалеку и наводит страх на местных жителей, может скрывать ключ к нашему спасению. Я договорилась с князем о взаимовыгодном сотрудничестве. Ты стоишь перед Тавторигом, сыном Бельгврига, князем Глауберга, правителем всех прилежащих территорий и верховным друидом рощи Неметон. Наш общий друг рассказал мне о твоих подвигах. В некоторые из них поверить трудно, но я вижу, что ты опытный боец. Я помогу тебе, чем смогу, если ты взамен поможешь нам. В конце концов, у нас с тобой есть общие цели. Как известно, Глауберг — последний бастион цивилизации кельтов, отделяющий нас от диких германцев. Их племена обычно избегают приближаться к моим стенам. Но недавно на северо-востоке появился странный культ. Эти сектанты поклоняются Нерте, богине природы. Ее шаманы обладают огромным могуществом. Говорят, магия Нерты исказила их сущность до такой степени, что они больше напоминают зверей, чем людей, живут среди животных и творят невыразимые вещи. Но что хуже всего, они похищают моих людей и приносят их в жертву в своих варварских ритуалах. Скажи, осмелишься ли ты выйти против такого врага? Ох, да, храбрости тебе не занимать. Мы знаем лишь, что у культа 4 лидера, каждый из которых символизирует одну из сторон самой Нерты. Отправляйся на север мимо Тевтобургского леса, а затем на восток, пока не дойдешь до озер. Отыщи там святилище сектантов и перебей их всех. Я дам тебе в помощь одну вещицу из моей личной сокровищницы. Считай это знаком доверия и частью твоей будущей награды. Привет, чужеземный воин! Говорят, ты ищешь боевой славы? Отлично! О Нерте рассказывают, что она общается с людьми теснее, чем другие богини. На посвященном... Ты тоже ищешь Юдака? Мы с ним близкие друзья. Мне пришлось лишний раз это повторить, когда он захотел стать больше, чем другом. А потом он начал вести себя странно. Говорил, что собирается что-то доказать, хоть бы он не натворил каких-нибудь глупостей. Надеюсь, ты его найдешь.
Тяжко жить на земле, да. Зерна у нас вдоволь, но его приходится молоть часами, просто чтобы испечь немного хлеба. Что уж говорить о суровом климате и этих сектантах, которые похищают наших детей. Ох, что же делать старой женщине? Это же наш мед. Ты настоящий друг, не то что люди из Глауберга. Они всегда были со мной грубыми, даже когда я был маленький. Oh.
Богам. Проклятый дождь. Чужак! В атаку! Пусто остыло. Арморес! Арморес! Ah!
Человек, тебе нельзя здесь находиться. Твои сородичи и так причинили нам достаточно вреда. Но ты отличаешься от них. Ты помогаешь. Может, ты даже поможешь мне еще раз? Мой пруд с каждым днем становится все мельче, а с ним иссякаю и я, к большой радости этих гадких бельвизов. Я хотела найти себе новый дом в одном из больших пресноводных озер, но долго я без воды обходиться не могу, а эти злыдни не дают мне пройти. Но, может, с твоей помощью мне удастся добраться до озер? Так ты поможешь мне еще раз? Пожалуйста, я буду следовать за тобой сколько смогу. Да, я снова здесь и все еще привет. Так ты поможешь мне еще раз? Озера, у нас получилось! Ох, человек, я так тебе благодарна! Если мои сестры будут тебе враждебны, это благословение защитит тебя от их магии. Используй его с умом, если хочешь благополучно вернуться домой. Земли, которые простираются перед тобой, принадлежат богине. Не советую тебе туда идти. Озера, у нас получилось! Thank you.
Жертва. Я тебя сожру. Жертва. Нарушитель. Я тебя сожру. Это все моя вина. Я всех ненавидел, хотел сбежать. Я думал, что сектанты помогут мне, сделают меня могущественным. А еще я думал, что отец и все остальные их просто не понимают, как не понимали меня. Но они и правда оказались злыми. Когда я отказался предать свой народ, они решили принести меня в жертву Нерти. Я обязан тебе жизнью. Я вернусь к отцу и попрошу прощения. Но умоляю, не рассказывай никому, каким я был идиотом. Не хочу, чтобы они знали.
тебя сожру. Yeah.
сожру. Я тебя сожру. Жертва. Cannot open this door.
You cannot open the door at this time. Thank you.